Городок. Давай, родной. Ну что ты? Ну осторожно, ну, коробку держи. Сейчас подойди. Ух. Да хрен с ней. Ой. Все равно на свалку. Жена, вот дура, а. Гоша, я что, виноват, что спортивный канал открыли? Ты себе можешь представить меня без Тур де Франс? Не могу. А без Уимблдона, Гоша? Я себя-то без него представить не могу. Это дура, идиотка, устроила мне скандал, истеричка. Так и сказала, да. Или я, или этот телек. Ну ты же мужик, Гоша, ну ударил бы кулаком по столу. Че, я дурак, что ли? Из-за нее полированный стол ломать, что ли? Ты же знаешь, у меня кулак кувалда. Да, я-то знаю. Да. Нифига себе, стола ему жалко, а телевизора ему не жалко. А как же ты теперь без телевизора? Че ты, ку-ку, я без телевизора. Ты че, Гоша, я без телека, да? Телевизор как раз дома остался. Вот жена. Я ж тебе говорил, кувалда, ты знаешь. Быстро взял. Быстро взял, когда. Быстро мало-помалу, брат. Быстро когда. Быстро! Олимпиаду по шахматам. Пойдешь ко мне посмотреть? Я лучше домой. Домой я. Я посмотрю. Е2, Е4.